Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусное, мягкое, нежное и ароматное яблочное печенье. Готовится такое печенье из самых простых продуктов, которые всегда есть у всех дома. Рецепт простой и быстрый. В миску разбиваю яйцо, добавляю сахар и все перемешиваю. Добавляю размягченное сливочное масло. Теперь всыпаю примерно половину муки, разрыхлитель, соль и корицу. Хорошо все перемешиваю. Постепенно подсыпаю муку, замешиваю тесто. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Оно густое и липкое. Также в печенье добавляю яблоки. Их я очищаю и удаляю сердцевину. Затем нарезаю на мелкие кубики. Чтобы яблоки не темнели, можно полить лимонным соком. Нарезанные яблоки добавляю к тесту. И по желанию можно добавить горсточку любых ягод. У меня замороженная брусника. Теперь все аккуратно перемешиваю. Набираю неполную столовую ложку теста и выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаю печенье в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. Достаю и посыпаю сахарной пудрой. Печенье получается очень вкусным, мягким, нежным, с кусочками ароматных яблок. Его любят и взрослые, и дети. Обязательно возьмите себе этот простой рецепт на заметку, ведь за считанные минуты у вас на столе будет вкусное печенье к чаю. Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!